Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, Ladies and gentlemen, dear friends, я очень рад приветствовать вас в России, в гостеприимном Сочи, где сегодня открываются 11-е Паралимпийские игры. I'm very glad to welcome you to Russia, to Sochi, for the opening of the 11th Winter Paralympic Games. Наша страна впервые принимает эти престижные соревнования. It is the first time our country hosts this eminent world event. И, конечно, я надеюсь, вы это уже видели, мы постарались сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы создать для вас и для спортсменов должную обстановку. And I hope that you've already seen with your own eyes that we made every effort to make a comfortable environment for you and for the athletes. Хочу подчеркнуть особую роль в подготовке Паралимпиады Международного Паралимпийского комитета. I'd like to emphasize the special contribution the International Paralympic Committee has made to the preparation of the Games. Хочу поблагодарить его главу, сэра Филиппа Крейвена, всех кураторов и участников нашего общего паралимпийского проекта за активную совместную работу и за содействие. I'd like to thank the International Paralympic Committee, its president, Sir Philip Craven, all the supervisors and all the participants of our joint Olympic project for the efficient cooperation and help. Мы ценим те добрые отношения и полное взаимопонимание, которые сложились у нас с вами за годы совместной работы. And we do appreciate our nice and warm relationships, as well as the total understanding that we have enjoyed during all those years of preparation. И, конечно, рассчитываем на то, что это станет хорошей, такой прочной основой для нашей совместной деятельности в будущем. And we do hope that these relations will form a solid foundation for our further cooperation. Исходим из того, что наследие Паралимпиады в России, в Сочи, будет способствовать развитию паралимпийского движения в целом. And we hope that the legacy of the Paralympic Games in Sochi will be a good contribution to the development of the Paralympic movement in general. И, конечно, поможет привлечь к спорту, к активной интеграции в жизнь общества многих людей с ограниченными возможностями здоровья. And we hope that it will help to engage more people with disabilities into sport and social life. Большой Сочи полностью готов принять игры, и благодаря нашим общим усилиям он стал достойным примером реализации принципов безбарьерной среды. The Grand Sochi is totally ready to host the games, and due to our joint efforts, it is a good example of a barrier-free area for everyone. Задал новые стандарты городского планирования, в которых учтены все нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. In Sochi, we've set new standards of city planning, and we have accommodated all needs of people with disabilities. Вот мы сейчас с президентом только что смотрели некоторые объекты. Он говорит, да, здесь хорошо, но у вас еще большая очень работа предстоит по всей стране. Должен сказать, что так оно и есть. По всей стране нам еще очень-очень много нужно сделать. We've just seen the venues together with the president, and Sir Philip Craven said that everything that we've done here is really outstanding, but we still have to do a lot all around the country, and I absolutely agree to that. Безусловно, Паралимпиада даст мощный стимул и развитию адаптационного спорта в нашей стране, прежде всего среди молодежи. I'm sure that the Paralympic Games will give a strong impetus to further development of adaptive sports in our country, especially among the young people. Повышенное внимание, которое государство уделяет этому направлению, уже начинает приносить свои плоды, свои результаты. Число людей, которые регулярно занимаются спортом, физической культурой, постоянно растет. Our state attaches great importance to this area, and we've already seen the first results. The number of people doing sports on a regular basis is steadily growing. И пример мужественных паралимпийцев станет для них очень серьезным, сильным, дополнительным стимулом. And we believe that the example of the courageous Paralympic athletes will be a good additional motivation for all of them to continue. Я не сомневаюсь, что Паралимпиада в Сочи, в которой примут участие свыше 1600 спортсменов и членов делегаций из более чем 40 стран мира, вызовет у зрителей спортивных болельщиков не меньший интерес, чем Олимпийские игры. And I have no doubt that the Paralympic Games in Sochi, where more than 1,600 athletes and delegation members from above 40 countries are going to participate, will be as exciting event for spectators and fans as the Olympic Games were. На открытие Олимпиады мы уже продали больше билетов, Паралимпиада
продали уже больше билетов, чем на открытие Олимпийских игр. And we've already sold more tickets for the opening of the Paralympic Games than for the opening of the Olympic ones. Мы все хорошо понимаем, что спортивные состязания паралимпийцев не только невероятно захватывающее яркое зрелище, это прежде всего очевидное свидетельство того, каких высот может добиться человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. И это своего рода утверждение, что настоящая сила кроется в характере, целеустремленности и победном настроении. We do realize that the Paralympic Games is not only a breathtaking event, it is also a testimony of how much people can achieve, even if they are in hard circumstances, if they don't give up and continue to live on. And we realize that the real beauty is in people's nature and in ambition and determination to win. Еще раз благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этих соревнований, за активную помощь и поддержку. And I'd like one more time to thank all those who have participated in the preparation of the Paralympic Games for their help and efficient support. Надеюсь, пребывание в России оставит у вас самые добрые и теплые воспоминания и чувства. I hope that after your stay in Russia, you will treasure very good memories of this event. А предстоящие игры подарят много волнующих, запоминающихся ярких событий. And I hope that the forthcoming games will be filled with breathtaking and spectacular events. Спасибо. Thank you. Добрый вечер, and thank you so much, Mr. President, for your kind words. Friends of the Paralympic movement in this room, it is absolutely true as the President said that we've just come back from the center of Sochi, where we've been inspecting the accessible facilities. Большое спасибо, добрый вечер, дамы и господа. Уважаемые друзья паралимпийского движения, как совершенно справедливо заметил господин президент, мы только что вернулись из Сочи, где осматривали олимпийские объекты и новую безбарьерную среду. I said to the President when we were together that the time that you know that the accessibility is right is when you don't notice it, when it's for accessible for all. And that's where we were in the center of Sochi, and it's thanks to Mayor Pachomov for all the work that's been done. И, как я уже сказал господину президенту, когда мы вместе осматривали объекты, о настоящей доступности может идти речь именно тогда, когда вы просто не замечаете барьеров. Это значит, что их действительно нет. И именно так сейчас в центре Сочи. Я хотел бы поблагодарить всех за ту работу, которая была проделана. And to hear from President Putin that there is this commitment, absolutely, to spread this out to all the over 80 regions of Russia, this is fantastic news. И я был счастлив услышать от господина президента, что вы собираетесь распространить такие зоны без барьеров на всю Россию, на все регионы России. Это прекрасные новости. Another new thing for Russia, of course, is volunteerism. And what great volunteers we have here. Fantastic. И волонтерское движение — это также новое явление для России. Но я бы хотела отметить, что здесь просто потрясающие волонтеры. Now I have to let you into a secret that our chief executive officer has not informed the board very much about the spectacle that is going to happen this evening. И я хочу вам открыть секрет. Наш исполнительный директор Международного паралимпийского комитета, не сообщил нам о том, какое именно представление мы сегодня здесь увидим. Which I think is wonderful because we're all going to have a great and wonderful surprise. И я думаю, что это замечательно, потому что открытие станет прекрасным сюрпризом для всех нас. And then tomorrow, of course, the sport starts, and then we just concentrate on the sport. Завтра уже начнутся спортивные мероприятия, именно на них мы сосредоточимся. But just in finishing, as you thanked us for our cooperation, и я хотел бы от всей души поблагодарить за сотрудничество. I would really like to thank yourselves and Russia for the hospitality that you've shown, the friendship that you've shown in the 7 years that we've been developing these Paralympic Winter Games jointly with you. Я бы хотел поблагодарить вас, господин президент, и всех россиян за те дружеские чувства, за тот настрой на сотрудничество, который вы демонстрировали все те 7 лет, которые мы посвятили подготовке Паралимпийских игр в Сочи. I don't think I can say anything else but on with the show. Thank you very much. Я не думаю, что могу добавить к этому что-то еще. Посмотрим шоу. Спасибо.